Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами попробуем ответить на вопрос «Это где?» и также определить месторасположение по диалогу. На лекции чтения мы попробуем с вами подобрать слово в предложение так, чтобы оно подходило по смыслу. 보기. 어서 오세요. 여기 수박 있어요? Давайте диалог переведем на русский язык. 어서 오세요. Добро пожаловать. 여기 수박 있어요? Здесь есть арбуз. Получается, это место, где должны продавать арбузы. Давайте теперь посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Хаккё – школа. Номер два. Яккук – аптека. Номер три. Сидзян – рынок. Номер четыре. Соджом – книжный магазин. Итак, где же могут продаваться арбузы? Конечно же, на рынке. Чондап. Правильный ответ номер три. Сидзян. 7번. 며칠 동안 주무실 거예요? 11월 5일부터 7일까지요. Давайте переведем диалог на русский язык. 며칠 동안 주무실 거예요? Сколько вы дней будете здесь спать? 11월 5일부터 с 5 ноября 7일까지요. По 7 ноября. То есть получается, это место, где можно спать. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. Конгвон, парк. Номер два. Хотель, гостиница. Номер три. Тусогван, библиотека. Номер четыре. Китсяок, вокзал. Итак, наше ключевое слово было чумусилькоя, спать. Где можно спать из этих четырех вариантов? Конечно же, это гостиница. Чондап. Наш правильный ответ номер два. Хотель. 8번. 한국의 옛날 그림은 몇 층에 있어요? 2층에서 보실 수 있습니다. Давайте переведем диалог на русский язык. 한국의 옛날 그림은 몇 층에 있어요? 한국의 корейские 옛날 그림. Старинные картины. 몇 층에 있어요? На каком этаже находятся старинные корейские картины? 2층에서 на втором этаже 보실 수 있습니다. Можете посмотреть. Вы можете посмотреть на втором этаже. Итак, ключевое слово 한국의 옛날 그림. Старинные корейские картины. Давайте подумаем, где же можно их посмотреть. И посмотрим на варианты ответов. Номер один. 박물관. Музей. Номер два. 사진관. Фотоателье. Номер три. 영화관. Кинотеатр. Номер четыре. 문구점. Магазин канцелярских товаров. Итак, старинные картины можно посмотреть в музее. 정답. Правильный ответ номер один. 박물관. 9번. 어디가 안 좋으세요? 어제부터 머리가 아프고 열도 많이 나요. Давайте переведем диалог на русский язык. 어디가 안 좋으세요? Где вам нехорошо? 어제부터, со вчерашнего дня, 머리가 아프고, болит голова, 열도 많이 나요, и сильная температура. То есть здесь собеседник, обратите внимание, говорит на что? Говорит, что болит голова, 머리가 아프고, и температура, 열도 나요. Давайте подумаем, где же можно говорить такие симптомы. То есть это место, где лечат. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Сиктан – ресторан. Номер два. Хэса – офис. Номер три. Инэнь – банк. И номер четыре. Пёнгон – больница. Как раз это и есть наш ответ. Нам нужно место, где лечат. Чондап. Правильный ответ номер четыре. Пёнгон.
10번. 2시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직 안 나왔어요. 그래요? 비행기 표 좀 보여주세요. Давайте переведем на русский язык. 2시간 전에 도착했는데 приземлились 2 часа назад, но 제 가방이 아직 안 나왔어요. Но моя сумка еще не вышла. Видимо, сумка еще не вышла на конвейере. 그래요? Да. 비행기표 좀 보여주세요. Покажите, пожалуйста, ваш билет на самолет. Понятно из диалога, что это место, где летают самолеты. Если обратить внимание, есть ключевые слова. 도착했는데 가방이 안 나왔어요. И еще одно ключевое слово – 비행기표. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта предложенных ответов. Номер 1. 가게 – магазин. Номер 2. 공항 – аэропорт. Номер 3. 우체국 – почта. Номер 4. 여행사 – турагентство. Итак, нам нужно место, где летают самолеты. 정답. Значит, правильный ответ номер 2. Кунханг. Итак, нам дано задание. Нужно прочитать и ставить скобки правильное слово, то есть слово, которое подходит по смыслу, и закончить предложение. Давайте вместе переведем для этого на русский язык. 날씨가 좋습니다. Погода хорошая. Дальше идут скобки. И 맑습니다. Получается скобки. Чистая, то есть у нас хорошая погода и что-то связанное с погодой чистая. Давайте посмотрим для начала на варианты ответов. Номер 1. Нун, снег, может также переводиться как глаз в зависимости от текста. Номер 2. Пам, вечер. Номер 3. Ханель, небо. Номер 4. Курым, облако. Итак, в первом предложении говорилось про хорошую погоду, а во втором, что что-то чистое. Из предложенных вариантов чистое может быть что? Небо. 정답. Правильный ответ номер 3. Ханель. И получается у нас такой текст. 날씨가 좋습니다. Погода хорошая. 하늘이 맑습니다. Небо чистое. Окей. 민수 씨는 대학생입니다. 민수 студент. 수미 씨 скобки 대학생입니다. 수미 скобки студентка. Давайте посмотрим. У нас говорится в тексте, что 민수 студент и 수미 студентка. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. До, тоже. Номер 2. Расположение, которое можно перевести как на или в. Номер 3. И принадлежать кому-то. И номер 4. Рель винительный падеж. Итак, у нас по смыслу, если мы посмотрим, то Минцу студент, а Суми тоже студентка. Нам по смыслу это подходит и по грамматике подходит. Чондап. Получается правильный ответ номер 1. До. Теперь давайте посмотрим, какой получается текст. Минцу синен. 대학생입니다. 민수 студент. 수미 씨도 대학생입니다. 수미 тоже студентка. Теперь давайте посмотрим на остальные 3 варианта, в каких случаях мы можем употребить эту грамматику. Номер 2 было «э», то есть место расположения, которое мы можем перевести как «на» или «в». Например, где-то находится. Находится на столе. Стол. 책상. «Э» на столе. 책상에 있습니다. Также мы можем сказать, находится внутри какой-то комнаты. Например, в зале. Зал будет косель в э. Косире исымнида. Если мы посмотрим на номер 3, мы уже проходили эту грамматику. Читается как ы и обозначает, что какая-то вещь принадлежит кому-то. Например, эта ручка или этот карандаш принадлежит Минцу. Тогда по-корейски будет звучать как «минсу си э ёмперемнида». Номер 4. «Рыль» — это винительный падеж. «Иль» либо «рыль».
Допустим, вы видели кого-то? Нет, я не видел кого-то. Допустим, я не видел Минсу Си. Получается, Минсу Си Рель или Минсу Рель Мотпасая. Я не видела Минсу. Давайте переведем на русский язык. Первое предложение. Панги чупсимнида. В комнате холодно. Чангмунель. И дальше идут скобки. Окно, скобки. Итак, в комнате холодно, окно, что-то, видимо, с ним делают. Давайте посмотрим на четыре предложенных варианта. Номер один. Кримнида. Рисуют. Номер два. Носимнида. Кладут. Номер три. Таксимнида. Чистят либо моют. И номер четыре. Тацимнида. Закрывают. Итак, в комнате холодно, и что нужно сделать с окном? Окно нужно закрыть. Чонгдап. Это как раз номер четыре. Тацимнида. У нас получается с вами такой текст. Пани чупсимнида. В комнате холодно. Чангмунель. Тацимнида. Окно закрывают. Давайте переведем на русский язык. Первое предложение. Сиганель морымнида. Не знаю время. Или можно перевести как я не знаю сколько времени. Дальше идут скобки. Рыль, винительный падеж. Помнида. Переводится как смотрю на. И дальше идут скобки. То есть если мы не знаем время, на что мы можем посмотреть? Я думаю, что на часы. Давайте посмотрим на варианты ответов, есть ли этот ответ в предложенных вариантах. Номер один. Цапци – журнал. Номер два. Сиге – часы. Номер три. Чусо – адрес. Номер четыре. Пёнджи – письмо. Итак, у нас как раз в вариантах было слово «часы». Чонгдап. Правильный ответ номер два. Сиге. У нас получается теперь полностью такой текст. Сиганель морымнида. Не знаю время. Или я не знаю сколько времени. Сигерель помнида. Смотрю на часы. Давайте переведем на русский язык. Первое предложение. Ундонгель мани хамнида. Я много занимаюсь спортом. Креса, поэтому, и дальше идут скобки. Итак, этот человек занимается спортом, и из-за того, что он занимается спортом, или по этой причине, поэтому что-то. Я думаю, что вы уже сами догадались, что это слово будет здоровый. Но давайте для начала посмотрим на предложенные варианты ответов. Номер один. Кунгангамнида. Здоровый. Номер два. Кекетамнида. Чистый. Номер три. Татетамнида. Теплый. Номер четыре. Чинджорамнида. Вежливый. В вариантах ответов как раз есть слово здоровый. Кунгангамнида. Чонгдап. Наш правильный ответ номер один. Давайте теперь вместе составим текст. У нас получается так. Ундонгель манихамнида. Я много занимаюсь спортом. 그래서 건강합니다. Поэтому я здоровый. Или поэтому здоровый. Давайте переведем на русский язык. Первое предложение. 가방에 책이 많습니다. В сумке много книг. 가방이 сумка. Дальше идут скобки. 무겁습니다. Тяжелое. То есть у этого человека в сумке много книг. И сумка что-то тяжелое. Какое слово можно ставить перед тяжелое? Давайте посмотрим на четыре варианта ответа. Номер один. Каким иногда. Номер два. Уре давно. Номер три. Ному очень. Номер четыре. Ильчик рано. Итак, к слову тяжелое нам подходит ответ. Очень, очень тяжелое. Чонгдап. Наш правильный ответ номер три. Ному. Получается у нас такое предложение. Кабани ному могопсимнида. Теперь давайте посмотрим на весь текст. Кабане чеги мансимнида. Сумки много книг.
가방이 너무 무겁습니다. 숨가 очень тяжелая. Давайте переведем на русский язык. Первое предложение. 기타를 오래 배웠습니다. Я долго учился играть на гитаре. Но слово «оре» также обозначает, что человек давно уже, он уже давно учился играть на гитаре, и значит, он, скорее всего, на ней хорошо играет. Теперь давайте посмотрим на второе предложение. 그래서, поэтому, 기타를, я на гитаре, 잘, хорошо. И дальше идут скобки. Итак, этот человек уже давно знает, как играть на гитаре, поэтому он на гитаре хорошо. Я думаю, что вы уже сами догадались, что это должно быть слово, скорее всего, играть. Давайте посмотрим, есть ли это слово среди четырех вариантов ответов. Номер один. Пумнида. Дуть. Номер два. Чимнида. Играть. Номер три. Пилимнида. Занимать. Номер четыре. Чикимнида. Соблюдать или охранять. Наше слово «играть» как раз было среди вариантов. Чонгдап – это номер два, чимнида. И у нас получается такой текст. Гитарэл оре пеосимнида. Я давно играю на гитаре. Кэрэсо гитарэл чаль чимнида. Поэтому я на гитаре хорошо играю. Или я хорошо владею гитарой. Заметьте, что в корейских словосочетаниях бывают слова, которые употребляется только с друг другом. То есть, если слово гита, гитара, то значит играть на гитаре. И получается, словосочетание должно быть гитарэл чимнида. Гитарэл чимнида. Теперь давайте посмотрим на три оставшихся слова. Одно у нас было пилимнида, что-то занимать. Другое слово чикимнида, соблюдать или охранять. Но у нас было еще слово пумнида, под номером один, дуть. Но можно также перевести как «свистеть». Если вы вдруг увидите слово «хипарам» – «свист», то знайте, что «хипарам» всегда используется со словом «пумнида». И по-корейски будет «свистеть» – «хипарамэль пумнида». Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились правильно определять место расположения собеседников. Чтобы правильно определить, где находятся собеседники, нужно не только найти ключевые слова в диалоге, но также знать перевод слов, данных в выборе для ответа. Сегодня на лекции чтения мы научились находить правильные по смыслу слова, чтобы закончить предложение. В этом нам помогли полностью составленные предложения, содержащие в себе смысл короткого текста. Также мы с вами прошли два слова, которые употребляются вместе в одном выражении, а именно «хи парамэль пумнида» переводится одним словом «свистеть», «гитарэль чимнида» – «играть на гитаре». Запомните их. Спасибо и всего хорошего!